важнее. Хорошо, тогда делаем губки. Так, это как? Девочки, ну как мне идет? Ничего себе ты кроссовка, копия Светы Лобода. Девочки, я на куклу Барби похожа? Копия кукла Барби, только Кена не хватает. Ой, Лера, не беспокойся, придет скоро Кен. Ой, девочки, надеюсь, он подарок мне принесет. Ага, конечно, размечталась, как раз тебе он и принесет. Ой, девочки, не ссорьтесь, я на все 100% уверена, что подарок он принесет мне. Угу, ждите. Еще один с праздником! Боже мой! Что сами тут за что? Чего вы покусали? Влад, ты что, больной? Это маска для губ. Мы вообще-то для тебя стараемся. Ты в этом вообще ничего не понимаешь. Ку-ку вообще-то. Как губошлепки. Ой, молчи. Молчи. Это не понять. Ага. Ой, девочки, не обращайте на него внимания. Ладно, давайте уже с губами заканчивать и будем делать маски для лица, потому что мы не успеем накраситься до урока. Ой, Дарина, полностью с тобой согласна. Ярка, смотри, хуже не сделай. Ой, Влад, не беспокойся, не сделай. Влад, ты знаешь, сколько усилий требует красота? Одними масками тут не обойтись. Ой, а ты такая страшная в этой маске. Ой, Влад, ты просто ничего не понимаешь. Я тебе тоже урок. Молчи. Влад, вообще-то маски очень полезны для кожи. И они еще, между прочим, от прыщей помогают. Советую тебе такую тоже сделать. Ты думаешь, что я прыщавый? Ой, Влад, не смеши. Я не прыщавый. Влад, ну чего ты нервничаешь? Вот давай мы тебе маску сделаем, и все прыщи твои пройдут. Точняк, Влад, соглашайся. Даринка, сделай ему быстренько масочку. Точно пройдут? Ой, да Влад, не бойся, пройдут, пройдут. Так. Покажись. А что не так? Да все так. Делай нормально. А я тебе как делаю, Влад? А Влад, и все твои прыщи пройдут. Ты понимаешь, каким ты красавчиком будешь? Влад, давай привыкаем к тебе. Сейчас маску для губ сделаем. Для губ не надо, у меня все нормально. Зря, Влад, тебе б не помешало. Зря ты, Влад, отказываешься. Добрый день. Валентина Ивановна, пожалуйста, зайдите через 5 минут. Ну ладно, я надеюсь, вы за 5 минут приведете себя в порядок. Да, да, Валентина Ивановна, приведем. Надеюсь. Так, девочки, снимаем масочку. У меня Валентина Ивановна маски тоже. Что она вам не подумает? Ничего она не подумает. На, снимай. Дай зеркало, пожалуйста. Нет, он мне тоже надо. Влад, хватит мыть. Сейчас мы тебе ресницы накрасим и губы. Знаешь, Аня, я на такое не подписывался. Я не буду. Ой, эти мальчики такие нытики. На масло говно, она вообще не оттирается. Блин, Влад, дай сюда свое лицо. Вот, видишь, оно все оттирается. Лера, хватит с ним нянчиться, я уже ресницы крашу. Девочки, давайте быстрее, сейчас Валентина Ивановна уже зайдет. Да успеем мы, девочки, успеем. Я в этом, может, вас не буду участвовать. Вот теперь ты знаешь, как и нам, девочкам, тяжело. А то все думают, что мы от рождения такие красивые. Это все косметика. Ого, так все у вас должны быть страшные. Все, все, я не понял. Девочки, я все, я уже не собираюсь. Анька, давай быстрее уже. Да, да, я заканчиваю уже. Сладкое. Ну что, 5 минут прошло. Готовы? Да. Да. Молодцы. Красивые, нарядные. Нарисовали, как красиво. К празднику приготовились. А стихи вы выучили? Да, Валентина Ивановна, выучили. А можно только сначала поздравить всех с Днем влюблённых? Да, пожалуйста. Пожалуйста. А потом стихи. Ну хорошо, если вы приготовили подарки, я не против. Поздравляйте. Кто начнет первый? Валентина Ивановна, я буду первой. Валентина Ивановна, с Днем Святого Валентина. Это вам. Спасибо. Чтобы жизнь была сладкой и счастливая. Спасибо, неожиданно. Дарина, мы ждем подарки. Влад, иду я, иду. Это тебе. Спасибо. И конфетку. Конфетку. Лера, с Днем Святого Валентина. Ой, спасибо. Это тебе. Спасибо. Аня, с Днем Святого Валентина. И конфетка, спасибо. Молодец, Дарина. Подарочки такие интересные, еще такое не пробовала. Садись на место. Ну что, кто следующий будет поздравлять? Валентина Ивановна, я. Валентина Ивановна, поздравляю вас с Днем всех влюбленных. Хочу пожелать самого наилучшего. Спасибо большое. Так,
теперь... Ладно, я тебя поздравляю с днем все. Спасибо. Это тебе. Спасибо. Да, Данька. Это тебе. Спасибо. Я тебя тоже поздравляю с днем все, Валентина. Спасибо. И, Анечка, я тебя тоже поздравляю с днем всех ребенок. Хочу пожелать взаимной любви. Спасибо. Спасибо, Лера. Какие прикольные, когда ты тоже любила такие жвачки, Ларис. Анечка, теперь ты поздравляй. Валентина Ивановна, это вам. Спасибо, так мило. Даринка, так, сейчас посмотрю, где твоя. Вот, вот это твоя. Спасибо. Держи. Спасибо. Владик, это тебе. Спасибо. Это тебе. Подар. Это тебе. О, это ждем сюда Валентина всех. Ну что, остался Влад? Тяжело тебе будет девочек поздравлять. Валентина Ивановна, это будет тяжело. Я люблю всех девочек. И вас я тоже люблю. Валентина Ивановна, это вам. Спасибо большое. С днем снова, Валентина. Ой, какая прелесть. Ну что, поздравляй девочек. Дарина, это тебе. Ты не нравишься как друг, поэтому вот тебе Валентинка и подарочек. Держи-ка. Спасибо. Анечка, ты мне тоже как друг нравишься. Очень сильно как друг. Наша лучшая подруга. Поэтому... Держи, это тебе и подарочек, держи-ка. Спасибо, Влад. Лерочка, ты мне очень сильно нравишься, я тебя люблю, поздравляю тебя. Спасибо. О, спасибо. Это так мило. Спасибо тебе большое. Влад, ты меня все больше и больше удивляешь. Ну ладно, с подарками разобрались, я тоже не забыла о подарочках. Хорошим подарком будет, конечно, хорошая оценка, а за стихи еще будут и призы. За лучше всех рассказанный стих вот этот прекрасный лоб. На втором месте у нас будет вот эта шоколадка, а за третий малюсенький диктант. Но все-таки это приз. И начнем мы с Ани. Дальше. Спасибо. День влюбленных поздравляю и любви вам всем желаю. Искренней любви и светлой, чтоб всегда была ответной, чтоб вы в нежности купались, никогда не разлучались, теплотой вы согревались и побольше улыбались. Молодец, Аня, ну вообще прелесть, как хорошо рассказала. Я бы же сразу тебе отдала главный приз, но, возможно, и другие так же красиво расскажут. Садись на место, и выходит Лерочка. Удачи тебе. Спасибо. С днем Святого Валентина все влюбленные земли получают валентинки в знак признания в любви. И какой же день прекрасный, все в любовь погружены, теплотой взаимно, счастьем их лица полны-полны. Я желаю всем влюбленным быть любимыми, любить этим чувством окрыленным, много-много лет прожить. Молодчина, тоже прекрасно, и тебя бы тоже первый приз дала. Но давайте послушаем еще Дариночку и Влада. Садись на место, сейчас Дарина. Я сейчас очень переживаю. Если есть на свете счастье, то оно со мной рядом. Я возьму его за запястье, снова встречусь с нежным взглядом и скажу ему все мысли. Только о тебе, любимый, только о тебе, свет моей жизни. С днем Святого Валентина! Это день такой прекрасный, самый светлый на планете. Ты со мной сейчас, любимый, значит, счастье есть на свете. Все, Лера, я придумал, давай мишку назад. Нет, Влад, подарки возвращать нельзя. Влад, ну ты вообще уже, нельзя такое делать. Дариночка, садись, прекрасно рассказала. Выходи, мачо наш, рассказывай стих. Обниму тебя, Эльдина, и скажу, моя царевна, день Святого Валентина будет с нами ежедневно. Каждый день для нас отмечен радостью такой желанной. И от самой первой встречи праздник с нами постоянно. Молодец, вот выучил стих, еще с девочками определился, садись на место. Итак, вы рассказали все очень хорошо, ну, мне очень тяжело определить, но все-таки лучше всех... Рассказала Дарина. Да! Поздравляю. Спасибо, спасибо большое. На место. Второй приз шоколадку получает Влад. Да, шоколадка. Ну и третий, хоть и маленький, а все равно приз получает Лерочка. Поздравляю. Молодец. Спасибо, Влад. Анечка, а у тебя будет лучше всех. То есть я тебе поставлю хорошую оценку. Ну, Аня, ну зачем ты плачешь? Ну, хорошая же оценка, это лучший подарок. Валентина Ивановна, просто у меня эмоции переполняются, я просто очень рада за других, и как бы самое обидное, что мне ничего не досталось.
нет, Зен.